Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня у нас постройка не совсем теплицы будет. То есть на базе теплицы будет делаться навес над бассейном. Базой выступит у нас павильон. Размер 4x4. Вот. На этом подиуме все это будет стоять. Пока разложились, начинаем сборку. Каркас готов. Закрепили его к основанию. Местные жители тут не отвлекается. Все, сейчас будем выравнивать стены по уровню и крепить стеновые листы поликарбоната. Дверь сбоку. Все, вошел тут бассейн. Завершился монтаж. Напоминаю, строили сегодня павильон над бассейном, который сделан на базе теплицы павильон. Вот есть одна особенность. У него дверь смещена по просьбе клиента влево. В крайний угол получается. То есть специально готовили теплицу. Своим нравится. Дверь цельная. Размер 4x4 у нас конструкция. Стоит на деревянном основании. Каркас сделан с профильной трубы 20x40. Основная арка 20x20. Подпирающая. Арки в виде ферм. Покрашена полимерным порошковым способом. Цвет шоколад. В дальнем торце у нас просто форточка. Также есть диагональные усилители для большей жесткости конструкции. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. Также установлен по периметру торца резиновый торцевой уплотнитель. Вот такая классная конструкция у нас получилась. Спряталась в кустиках. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.